Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, вот это Five Nights at Freddy, вторая глава, четвертая ночь. Да, друзья, прошлую ночь я проходил примерно часа полтора, за это время я научился понимать, что делают аниматроники, и все-таки понял, как прятаться от старых аниматроников. Да, благодаря вашим комментариям вы сказали, просто ты не успевал одевать маску, не отворачиваться, не поворачиваться, просто вовремя одевать маску. В общем, ребят, лайк прямо сейчас прожали. Подписались, если не подписаны, нажали на колокольчик, а я начинаю четвертую ночь. Я уже профессионал, я знаю, что делать. Главное, ребята, заводить шкатулку. Все, я готов к любой ночи, к пятой, шестой, к седьмой, к десятой. Так, у нас сейчас, как всегда, будет звонок. Мы должны послушать этого чувака. Пока я слушаю, уже нужно заводить рулетку. Привет. Ой, шкатулку, привет, да. Эй, там. Я тут! Четвертая ночь. Да. Я рассказал вам, что у вас все получится. Хорошо. Так, я хотел бы вас предупредить о том, что расследование в отношении нас продолжается. Какое? Нас могут закрыть в течение нескольких дней. Я не знаю точно. Я хочу подчеркнуть, что это лишь мера предосторожности. Ну, компания FastBeer полностью отрицает какие-либо нарушения. Такие вещи случаются иногда. Это расследование будет длиться в течение нескольких дней. Просто держите ушки на макушке. Я буду держать вас в курсе событий. Ух, как взгляд со стороны, старайтесь избегать зрительного контакта с любым аниматроником сегодня вечером, если вы можете. Кто-то взломал их систему распознавания лиц. Мы не уверены в этом. Но персонажи ведут себя очень необычно. Мангл! Почти агрессивно по отношению к персоналу. С детьми-то они взаимодействуют просто отлично. Но когда они сталкиваются со взрослым, они смотрят совсем другим взглядом. В любом случае, держите маску наготове, вы это пройдете. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Так, он сказал, что на взрослых они действуют совсем по-другому. С детьми они взаимодействуют очень хорошо. Почему? Потому что вы писали, что они и... кто-то здесь. Кто-то в вентиляцию залез. Алло! Шкатулка, шкатулка, шкатулка. Кто-то в вентиляции сидит. Короче, вы писали, что эти аниматроники и есть... те самые... Уйди, уйди, Фокс, сейчас ночи. Если я с первого раза пройду, это будет просто имба. Так, кто-то лазит, но я его не вижу. Кто-то лазит по вентиляции, но я не вижу почему-то. Так, здравствуйте. Ага, здесь никого нет. Фух, мне уже стрёмно. Блин, включи, 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 включи. Капец, почему шкатулка так быстро разряжается? Блин, какие звуки... Что будет эта ночью? Час ночи. Так, подожди, здесь нет. Здесь никого нет. Вы писали, что тебе не нужно, короче, смотреть на другие камеры. Тебе нужно в основном только смотреть... ну, короче, вот эти вот... Короче, заводи шкатулку, смотри прямо и надевай маску. Каждый раз, когда поднимаешь планшет. Пока что старые аниматроники не пришли. Привет, Фокси. Сколько там? 5, 6, 7 раз его посветить надо, я не знаю. Никого нету. Никого нету. Шкатулочку завели. Завели, 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 завели. Марионетки мне еще не хватает. 2 часа ночи. С первой попытки, ребят. Я сегодня еще не пытался. Третью ночь я проходил час 20 с чем-то. Да, там ролик, конечно, 20 минут, но я многое вырезал. Блин, постоянно кто-то лазит по винте. Я забыл завести шкатулку. Шкатулку. Почему она так быстро разряжается? Раскручивается. Блин, нет. А, он ушел. Так, тихо. Кто-то постоянно лазит по вентиляции, а у меня почему-то я не вижу. Почему я не вижу? Там мангел сверху, я его не видел! Вы видели? Он сверху сидит! Шкатулка закончилась, там мангел сверху сидит! А он сидит сверху! Так, с первого раза не получилось. Ладно, мы не расстраиваемся. Это всего лишь первая попытка. Это всего лишь первая попытка. Я просто помню, сколько у меня попыток было третьей ночи. Это было просто пипец. Это было просто жесть. Так, шкатулка. Шкатулку обязательно быстренько заводим. Светим здесь. Этой ночью у нас ребята очень активные. Так, старые аниматроники валяются здесь. Мангл уже ушел. Прошлой ночью он вообще ни разу не встал со своего места.
Теперь он здесь ходит. Фокси, уходи, 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 уходи. Шкатулка разряжается колоссально быстро. Мне кажется, в раза, наверное, три быстрее, чем третьей ночью. Я не знаю, что будет в пятой ночи. А что еще и в шестой? Я пока даже не хочу себе представлять. Мне бы эту ночь пройти. Так, Фокси здесь. Я слышал смех Балунбоя. Он уже ушел. Кстати, Мангл здесь. Кто-то называет его Мангал, кстати, я читал в комментарии, не знаю. Кстати, прикольно, Мангал, Мангл. Так, он уже здесь, я его не боюсь. Фокси, тебя вообще, ты вообще не страшный. Мне сейчас больше всего беспокоит Мангл, потому что я чувствую, что он будет очень активный в этой серии. Здесь уже пошел Бонни. Здесь пока ребята все стоят. Здесь только ходит Бонни. Здесь, естественно, Мангла нету. Нужно зарядить шкатулку и вернуться сейчас быстро на камеру. У нас час ночи. Час... ночи. Мангла почему-то на камерах. Ну вот, кто-то лазит по вентиляции. А, Балунбой пришел. Я видел Мангла. Подожди, он уже здесь? Все, он упал. Вот, он уже пасть свою открыл. Там и Фокс. Шкатулка! Где вы? Где вы? Шкатулка, шкатулка, шкатулка. Я чувствую, там кто-то уже сидит у меня. Опять хай. Опять хай. Опять хай. Где? Никого нету. Никого нету. Никого нет дома. Все спят. Блин, блин, черт, 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 черт. Давай, давай. Все, Фокси ушел. А, здесь никого, здесь никого. Шкатулку завели. Мелкого трендюка нету. Так, просвечиваем. Короче, старые аниматроники это изи. Они, короче, там. Так, давай. Они, короче, приходят, и я могу любом любом... Я заикаюсь, извини. Я заикаюсь просто. Эта игра реально меня пугает. Так, пришел опять Фокс. Ну, или Фокси, короче. Потому что фонарик... О, Бонни пришел, здравствуйте. Так, я надеюсь, что я успею от него. Так, он уже, кстати, полез. Уже куда-то полез. Блин, я постоянно пытаюсь проверять камеры, хотя вы сказали, этого делать не нужно. 2 часа ночи. От Мангла маска защищает. Да, защищает, потому что это новый аниматроник. Это новый аниматроник. Так, оп-оп. Так, здесь никого. Здесь никого. Ага, я понял. Короче, вот так, оп-оп. Короче, вы сказали, как только ты опускаешь эту штуку, нужно всегда одевать маску. Вот всегда нужно одевать маску, как только ты опускаешь. Ага, ну сейчас никого нет. Сейчас никого нет, поэтому маску можно не одевать. 2 часа ночи. Мы высадили одну батарейку. Так, давай, 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 смотри. Как только я опускаю... Воп-воп-воп! Видали? Я быстренько опустил. И, по идее, я должен выжить. Я, по идее, должен выжить, да. Все отлично. Так, Фокс, 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 Фокс и Мангл пришли. Фокс и Мангл пришли. Он уже... Подожди, он нападает с коридора? Вот теперь я не успел. Она меня сожрет! Она меня сожрет, я не успел. Нет, ладно. Не успел, не успел, не успел, не успел, не успел. Как только опускаю... Короче, мне нужно привыкнуть. Как только я опускаю планшет, одевай сразу маску до себе на лицо. Не тормози, потому что эта курица щипанная меня просто сожрет. Она меня уже в прошлой серии реально задолбала. Меня задолбал Фредди, Бонни и курица, вот которые старые. Ну, ладно, это всего лишь 2 попытки. Это всего лишь 2 попытки. Эти ребята здесь стоят. Эти все валяются здесь. Мангл уже ушел. Он сразу же ушел. Вот он уже. Он у 11-й камеры. Сверху, заметили? Кстати, Балунбой тоже, да, уже ушел. А он уже здесь! С какой скоростью эта мразь перемещается по камерам, вы понимаете? Вот, я переключился с камеры на камеру. Он уже здесь. Так, здесь никого нет. Фокс стоит уже здесь посередину. Уже и Мангл здесь. Уже и чертов этот зверь здесь стоит. Так, светим сюда. Светим сюда, подсвечиваем сюда. Смотрите, мы крутим вот так, оп. И сразу, сразу не одевается. Ага, все хорошо, Фокси. Фокси, уходи. Оп, оп, так. Все, 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 так, Мангл, где, где Мангл? Мангл, Мангл, Мангл. Я понял, короче, я почитал много комментариев по поводу Мангла. Это игрушка, похожа на Фокси, но это не Фокси. Короче, дети постоянно с ним игрались, постоянно разбирали, собирали. И в итоге, короче, на него забили, и он стал таким. И он стал вот именно вот таким, каким мы сейчас его с вами видим. Короче, вот таким вот разнообразным, короче, торчащими металлические всякие штуки. Короче, дети издевались над ним, и он теперь вот такой страшный. Почему аниматроники не нападают на детей? Почему? Потому что они сами дети. То есть
в них то ли тела, то ли души детей, короче. Поэтому к детям они относятся очень хорошо, а ко взрослым они типа мстят. Они мстят взрослым, я-то взрослый, я-то охранник, я пришел сюда на работу, они воспринимают меня как угрозу. Поэтому они приходят, хотят убить. И как мне сказал ведущий, что... что... Я понял. Что, короче, инциденты случаются. И сейчас, короче, судятся, хотят закрыть пиццу. Я бы с удовольствием хотел закрыть, потому что мне это не нравится. Заведем. На полную. Рискую, конечно, сдохнуть сейчас. Но я сразу надел маску. Я не должен сейчас умереть. Я успел надеть маску. Да, все в порядке. Фокс здесь. Здесь никого. Мангла нету. Меня он сейчас беспокоит, потому что я пока не знаю, как точно с ним бороться. 2 часа ночи. Опять, в прошлый раз мы дожили до 3 или сколько там? Ну, в первый раз до 3, по идее, мы дожили, да? И нас потом сожрал... Кто сожрал, кстати, нас? Я не помню. Чика? Да, я там провтыкал, короче, с этим, с маской. Вот сейчас я только вот докручиваю эту шкатулку. Оп-оп-оп. И маску. Ага, Боня здесь. Боня здесь. Здравствуйте. Крутим. Уже кто-то стоит. Кто-то здесь стоит. Я свечу. Включить мне фонарь. Манго, привет. Одеваем. Он уполз. Правильно? Да, все. Он уполз. То есть, смотри, как... мы должны его... Если он появился у меня в комнате, все, мне ГГ. Правильно? Правильно? Вот так. 2 часа ночи. Фокс ушел. Мы проверили... Я сразу на... Не надо на меня нападать. Я успел. Мангл пришел. Он вылазит с вентиляции. Если я не ошибаюсь, Мангл вылазит с вентиляции. Мы задефали. Смотрите, я же говорю, что я уже профессионал. Я максимально... Так, подожди, я не вижу. 3 ночи. Половина ночи пройдена. Половина ночи. Я надеюсь, что 4-ю ночь я пройду более грациозно. Так, подожди, Мангла нет, ребят. Я просто пытаюсь много болтать. Я привык, в принципе, много болтать. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага, кто-то в вентиляцию полез. Вот здесь кто-то, смотри. Здоровочки. Так, Фокса не могу просветить. Если сейчас будет справа... Фредди! Но я не успел, да? Я очень быстро делал. Кто-то уполз. Так, все, я успел. Рули... Шкатулка. Оп. Так, подожди. Кто-то лазит. Шкатулка. Никого нет. Шкатулка. Оп. Успел. Не. Ты, заячья морда. Ты, сломанный заяц. Я успел. Не надо. Не надо мне говорить, что я не успел. Я все прекрасно успел. Я сейчас понял, что как только я опускаю... Опа! Вот так вот. Ага. Кто там? Кто ползает? Подожди, завести коробку. Мне нужно проверить срочно. Ага, это Мангл. Опа! А не было, да, ничего? Все нормально. Так, кто-то ржет. Малой баллон-бойчик бегает. Так. Сейчас, подожди, мне нужно Фокси. Да просветись. Ага. Так. Завести. Ага. Ползай. Уполз. Хорошо. Заводим. Сейчас Боня придет. Так, 4 утра. Блин, я просто... Мне кажется, есть шанс пройти. Ребятушки. Оп. Ага. Дулю тебе смеком, курица щипана. Я успел надеть маску. Нифига. О, Мангл здесь. Я понял. 5 утра. Шкатулку не забываем. 5 утра. Сразу же. Маску. Опа. Ага. Понятно вам? Что они не на того нарвались, понимаете? Все, Робзи стал профессионалом. Профессионалом стал в этой игре. Все, 5 утра. Ну все, ребят, у нас 2 батарейки. Фокси в коридоре.
Мангла нету. Фокси просветили. Коробочку завели. Кто-то здесь. Кто-то здесь. Все нормально. Все, сейчас до 6. Реагирую. Изи. Просто изи. Легчайшая. Легчайшая ночь, ребят. Легчайшая. А вот следующая, я думаю, что будет просто пипец. Следующая ночь будет просто пипец. Так, сейчас маску. Оп-оп. Опа. Пошли все в баню. Пошли все в баню. Разбежались. По норам, по углам. Так, сидим. Сидим. Шкатулочку. Шкатулочку. Фух, жарко как. Я прям волнуюсь. Я прям очень сильно волнуюсь. Если я сейчас пройду... Я же говорю, профессионал, просто, просто гений, гений профессионал этой игры. Ну, у нас получается, неплохо получилось пройти. Опа, опять заставочка, опять новенькая. Это марионетка, она за мной следит. Это Чика. Марионетка, отвали от меня. По-хорошему. Так, это Бонни. Да ты отстанешь ты от меня, почему она меня преследует-то? Так, смотри. Чика все еще здесь. Сколько она будет за мной гоняться? Уйди! Проклятая марионетка. Уходи, 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 уходи. Тихо, тихо, тихо. А, все, она просто попугалась. Все нормально. Короче, it's me, да. Ребят, вот максимально, максимально лайками закидайте этот видосик. И мы с вами сразу же, вот как только здесь будет, допустим, давай, 10 тысяч лайков собираем. Сразу сажусь, записываю пятую ночь. Договорились? Все, давай, пока. До следующей ночи. Пока-пока-пока.